Всем привет! Это у нас Hello Neighbor Alpha 3. Смотрите, чего здесь нет. Здесь нет луны, города и машины. Фары только остались. И еще есть один прикол. Я убрал текстуры у соседа, как просили некоторые подписчики. Он стал, по сути, у нас почти что металлическим или хромированным. Либо его можно назвать стеклянным. Конечно, плохо видно. Так. Он стал очень мрачным. Итак, Альфа 3, самая темная версия. Что, не бежит? Как на него посмотреть-то? Видите, он как стеклянный. Не, его даже не подпустишь к себе никак. Камеру сбить можно? Так, давайте смотреть, что он из себя представляет. Где стул? Надо в него бросить что-нибудь. Так, бросили. Не, не видно. Он напоминает... Стекло, наверное, больше. Ха. Так и не подпускает к себе. Ну-ка, давайте прям у света фар посмотрим. Пнул коробку. Уже почти что в моей зоне. Пнет. Молодец, гол забил, кстати. Так, что ему еще дать? Вот, давай пинай. А, не поймал. Так, ты куда пошел? Давайте смотреть. Его все отражает. Давайте еще раз. Ха, смирился. О, прям в спину. Еще он похож на терминатора Т-1000, который у нас из жидкого металла. Почти как ртуть. Вот вам Альфа 3. С таким приколом. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Пишите свои предложения. Можете писать в группу ВКонтакте, если она удобней. С вами был Топси, всем пока.